Telegram получил оценку в 30 миллиардов долларов перед потенциальным IPO. Telegram получил предварительную оценку в 30 миллиардов долларов и более перед потенциальным IPO, сообщил в интервью Financial Times основатель и владелец мессенджера Павел Дуров. По его словам, такую оценку дали потенциальные инвесторы, среди которых глобальные технологические фонды. Однако Павел исключил возможность продажи платформы, пока та примеривается к грядущему первичному размещению акций IPO. Бизнесмен не раскрыл сроки и площадку для первичного размещения акций, однако два собственника издания сообщили, что Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США, как только компания достигнет прибыльности и рыночные условия станут благоприятными. По словам Павла, выручка Telegram, в котором два года назад были введены премиум-аккаунты и запущена реклама, теперь составляет сотни миллионов долларов. «Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом», — сказал Павел в интервью, добавив, что у платформы сейчас свыше 900 миллионов пользователей по сравнению с 500 миллионами в начале 2021 года. По словам бизнесмена, в ходе вероятного IPO Telegram рассмотрит возможность продажи акций лояльным пользователям.